чуть-чуть. Еще. Смотри. Оп. А я не понял, где мой сюрприз-то? Это полосатое кресло, что ли? Ты что? Мы в резиденции Деда Мороза. А где Дед Мороз-то? Его надо позвать просто. Но прежде чем звать Деда Мороза, надо выбрать самый лучший подарок. Подумать еще раз, как украсить дом. Ну и, конечно же, приготовить самое новогоднее блюдо – селедку под шубой. О, смотри, что я нашла. Это же мое письмо. Я Дедушке Морозу его еще в июле написала и отправила. А что так поздно-то? Нормально, чтобы он успел подготовиться, и нужно в мешочек положить. Это мое письмо. Так, что тут у нас? Красная Феррари, соболиная шуба. По-моему, девушка, вам губозакатывательной машинки не хватает. Нормальные желания, достойные подарки. Дедушка мне их по-любому подарит. Достойные подарки, девочка Марина, несколько другие. Нормальными подарки. Кто, как не Дед Мороз со Снегурочкой, знают о самых достойных подарках на Новый год. Тем более, что они сами были детьми и лучше всех знают, что дарить мальчикам и девочкам. Они поют. Поют, танцуют, разговаривают. Чего только не делают современные куклы. И чего только с ними можно не делать. Их можно и одевать, и селить в замках, и катать в каретах. Даже София из принцессы вполне может превратиться в королеву. А юные феи Винкс – в сильнейших мировых волшебниц. Вот это игровой набор. Вот сама Шарлотта, получается, земляничка. Вот ей можно делать прически. Земляничка с новой прической. И лалалупсики тоже. Девочки-пуговки теперь не просто а-ля тряпичные куколки. Это полноценные игрушки. Здесь есть вот такие заколочки красивые, расчесочка. Волосы не из ниток. Вот, к примеру, делать всякие разные прически. Пока Снегурочка решает, какая кукла ей больше нравится, мини-Дед Мороз озабочен выбором. То ли в поле Робокар поиграть, то ли в Щенячий патруль. Игрушки для маленьких созданы по мотивам мультсериалов. А для мальчиков постарше модели настоящих машин. Такой технопарк уж точно захочет собрать любой мальчуган. Ну а пока маленький Мороз выбирает, что ему под елку положить, Снегурочка добралась до тяжелой кукольной артиллерии. От наследниц ни одна девочка не откажется. Например, это дочь принца Чарлинга, Красной Шапочки и Волка, Золушки, Пиковой Дамы из сказки «Алиса в стране чудес». Это дочка Рапунцель. У них есть всякие принадлежности, вещицы и подставка. Всегда у настоящей куклы, у Эвер Афтерха есть подставка, вот здесь расческа и книжечка. А еще все девочки мечтают о пупсах, которых можно кормить, о мальчишке, о машинках на пульте управления. И, конечно же, все дети любят конструкторы Лего и не откажутся от мягких игрушек, как наш мини-Дед Мороз, который устал от выбора подарка и решил прилечь. Но отдыхать ему осталось недолго, ведь совсем скоро он запряжет своих волшебных оленей и полетит раздавать подарки всем детишкам. Марина, когда мы уже дедушку будем звать, а? Сейчас я открытку дорисую, и мы его позовем. А зачем ему открытка-то? Ну как, он тебе подарок подарит, а ты ему в ответ что, стишок что ли будешь рассказывать? Нет, дорогой мой, это уже вчерашний день, дедушке тоже надо что-то подарить. А я Пушкина учил. Зря учил. Лучший подарок для Деда Мороза – это всеобщее новогоднее настроение. И если его до сих пор нет, то срочно настраивайтесь. В помощь атмосферные вещицы, благодаря которым создается тот самый новогодний волшебный дух. Как театр начинается с вешалки, так и квартира начинается с входной двери. Ее можно украсить еловым венком, который сразу даст понять, что в этом доме Новый год ждут с распростертыми объятиями. Ну а дальше по квартире дайте волю разгуляться. Также в интерьере хорошо будут смотреться статуэтки. Они бывают светящиеся, на батарейках. Бывают обычные в виде саней с Дедом Морозом, елочки, ангелочки. Расставить по столам и тумбочкам будто ледяных ангелочков и хрустальные свечи, а для тех, кто имитацию огня не любит, свечи настоящие, ароматные, новогодние. И, кстати, и в качестве подарка можно использовать.
Еще один уютный декор для дома – подарочные носочки. Обычно их вешают на камин, но если его нет – не беда. Носочки можно разместить где угодно, даже просто положить под елочку, оформлением которой, между прочим, надо заняться вплотную, ведь она – главная героиня Нового года, и одежду ей надо выбрать самую праздничную. Благо, выбор украшений сейчас очень велик, как говорится, на любой вкус, цвет и размер кошелька. А еще под елочкой надо обязательно поселить Деда Мороза, Снегурочку или Снеговика. Ну а можно всех троих сразу. Главное, чтобы нравилось. Кстати, можно хоть всю квартиру новогодними героями заселить. И не думайте, что будет перебор. Нового года много не бывает. Андрей, это новогодняя тарелка. Чтобы Новый год прошел успешно, необходимо сварить новогодний суп. Для этого надо взять немножечко волшебства. Немножечко радости. И зелени. Нужно больше зелени. Зачем зелень? Поверь мне, зелени надо. Побольше, побольше зелени. Зелени много не надо. Это ведь будет самый новогодний из всех новогодних салат. Селедка под шубой. Нужен отварной картофель, морковка, морковь, свекла, лук, ну и непосредственно сама селедка. Селедку берем не целую, а филе. Оно гораздо лучше, ведь не надо пачкать руки, чтобы почистить рыбеху. Просто достал из баночки, порезал и все. Можно кубиками, можно соломочкой мелкой. Мы сейчас будем делать кубиком. Селедка кубиком – первый слой новогоднего салата. Его толщина должна быть примерно 1 сантиметр. Но если готовить тазик селедки под шубой, то можно смело делать слой в 2 сантиметра. То же самое и вкус рыбки. Можно взять селедку в горчичной заливке, а можно с паприкой и чесноком. Или вообще подкопченную. И вкус салата всегда будет разным. Можно слабо соленую, можно и соленую. Ну, это как вот на любителя и вообще по вкусу. После селедки начинаем укладывать слой за слоем. Сначала лук промазываем майонезом, затем тертый отварной картофель. Опять проходимся майонезной ложечкой. И затем выкладываем слой вареной моркови, который опять-таки смазываем майонезом. Ну и финал – свекольная шуба. Чтобы свекла не была сухой, ее также можно смазать майонезом. Кстати, некоторые хозяйки добавляют и другие ингредиенты, например, яблоко и яйца. Но это, как говорится, на любителя. Салат и готов к праздничному столу. Вот такая она, селедочка под шубой. Пальчики оближешь, ням-ням, вкусненько. Ну и много других эпитетов. Ведь этот салат не просто самый новогодний. Он тезка нашей программы. Так что селедка под шубой рекомендует всем селедку под шубой. А теперь пришло время подвести итоги недельного розыгрыша. Мы искали самую новогоднюю собаку и нашли ее. Вот она. Хозяин, приходи и получай подарочек. Ну а теперь объявляем последний в этом году розыгрыш. Поздравь город с Новым годом за 15 секунд и выстави видео в Инстаграм. Кто наберет больше лайков до 30 декабря, тот и получит уютный подарок от Деда Мороза. Ну что, дедушку зовем? А давай. Дед Мороз! Дед Мороз! Чего орете? Ой, а вы кто? Я вообще-то здесь работаю. А дедушка где? Он улетел подарки раздавать. А можно мы его тут подождем? Ну, ждите, числа 10-го приедет.